Телекомпания «Вид» представляет. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Любовь вообще штука опасная, она может завести вас за 3-9 земель и бросить. А вот любовь к музыке обязательно приведет вас на нашу площадку, а мы своих игроков никогда не бросаем, мы заботимся о них. Итак, мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. А вот и наши игроки. Какая встреча, как мы рады вашему появлению. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Наше шоу уже стартовало пред светлыми очами миллионов телезрителей. Добрый день, уважаемые участники. Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. Надеюсь, уверен, знаю, вы тоже рады своему появлению в нашем шоу, где все блестит, сверкает, где льется музыка и улыбки расцветают на лицах игроков. Знакомьтесь с нашей телеаудиторией. Телеаудитория, знакомьтесь. Участница под номером 1 Ирина Макеева. Учительница с 25-летним стажем, целеустремленная личность. В 6 классе влюбилась в учителя физкультуры и после окончания школы вышла за него замуж и родила ему 3 сыновей, которые сейчас болеют за маму. Участник под номером 2 Максим Волков. Работает менеджером по рекламе. Уверяет, что страдает странной, но довольно распространенной «угадай мелодийной» болезнью. Иногда ведет себя спокойно, но после сеанса передачи изводит сослуживцев своим пением и танцами, а также, со слов очевидцев, 125 раз выигрывал суперигру у телевизора. И третья участница нашей программы — Анастасия Титова. Домохозяйка, любит слушать романтическую музыку, обожает переводить зарубежные романы о любви. Уверена, что самая огромная защита, которая может быть у женщины, это любовь ее мужа. Надеюсь, что любовь ваших близких поможет стать победителями нашей сегодняшней программы. Ирина, вы участница под номером 1. Выбирайте. Виниловый шлягер, мультипульти, песня Олега Газманова «Мужчины». Виниловый шлягер. Виниловый шлягер. Это песни, которые записывались еще на грамм-пластинках виниловых, расходились миллионными тиражами по нашей стране. Нотка. 4. Цена нотки. 1250 рублей. Слушаем. Ирина была первой, да. А я не по погоде одет. А песня называется «Привет». Есть такая строчка, защита! Вот, если быть абсолютно точным, а я совсем не по погоде одет, но в общем и целом вы ответили, аплодисменты были отвратительные. Поздравим Ирину и всех участников шоу с тем, что первая мелодия уже разгадана. Ирина, прошу. Третья. Виниловый шлягер, нота номер 3. Слушаем. Анастасия. А я остаюсь с тобой? Ну, в общем-то, там этого еще не произошло, но желание было очень сильное. Я хочу Ирина, быть а зачем тобой. Вам подсказывать? Вот у вас, когда ученики подсказывают друг другу в классе, вы что, с этим тоже миритесь? Иногда да. Да? Ну, хорошо. Итак, ваш ответ? Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Засчитано! А вот интересно, как бы повела себя Анастасия в аналогичном случае? Подсказка игроку — это же рытье могилы самому себе. Анастасия, прошу вас. Песня Олега Газманова. Песня Олега Газманова, нота. Третья. Слушаем. Максим был первым, да. А я ясные дни. Оставляю. Себе. Себе? А я хмурые дни. Оставляю судьбе. Мне хорошее, вам плохое. Защита! 1500 рублей. Вы становитесь лидером. Максим, поздравляю. Да, и дорогие друзья, все участники угадали по одной мелодии. Отлично! Мы это отметим аплодисментами. Все к вашим услугам, Максим. Мультипульти. Мультипульти. Музыка из отечественных мультфильмов. Знаете название мультфильма, можете название мелодии не говорить. Это уже ответ. Нотка. Первая. Слушаем. Так, Ирина, спокойно. Нет, кнопка не нажимается. Кнопка нажимается, просто вы в состоянии гроги нажимать, выигрывать. Да, отвечайте. Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг. Настоящий друг, совершенно верно, да. Мультфильм называется «Тимка и Димка». Вот что значит настоящий верный друг. Прошу. Виниловый шлягер, первая. Поехали. Поехали.
Ирина, вы были первые, а вот грешили на нашу кнопку, да? Когда меня ты позовешь. Когда меня ты позовешь, боюсь тебя и не услышу, засчитано. Все тот же дождь стучит по крышам. Владимир Кузьмин, виниловый шлягер будете добивать, я чувствую это по вашим глазам. Итак, нота номер два в этой категории. Да, Ирина. Паромщик. Разлук так много на земле и разных судеб. Ну? А мне просто нравится, как вы поете. Защита, наверное, да. Прекрасные показатели. Прекрасных показателей мы достигли к финалу первого тура. Очень хорошо, вы попробовали свои силы. У всех все получается. Ирина лидирует, но это лидерство может быть мимолетным, а может быть вы закрепите его во втором туре, в котором мы увидимся с вами через несколько мгновений. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Красиво, культурно, я бы даже сказал, буржуазно. Достаточно большое количество денег заработано, но это еще не предел. Мы во втором туре встречаем наших участников. Ирина, Максим, Анастасия, добро пожаловать. Занимайте ваши ставшие уже для вас привычными игровые места. Поехали дальше. Все хорошо, ярко, красиво, талантливо. Ни одной ошибки, все мелодии были угаданы, и цена за правильные ответы была хороша. Сейчас она будет еще лучше. Ирина, вы лидер по итогам первого тура. Выбирайте «Шагом марш», «Метеобюро», песни Александры Пахмутовой, коллекция хитов. Песни Пахмутовой. Песни Пахмутовой. 1500 стартовая, слушаем. Да, Ирина. Песни «Останутся юными», в песнях «Останемся». В песнях «Останемся мы», засчитано! Есть! Отличненький ответ, при том, что я заметил, у ваших соперников даже не было никаких попыток нажать на кнопку, опередить вас. Вы лидируете в этой категории. Продолжаем. Не уходите, не уходите. Извините, таковы правила игры. А песня Пахмутовой? Да. Дальше. Ирина. Нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга. Ну, конечно, именно эта мелодия звучала. Продолжается избиение младенцев. Я на самом деле специально вас злю, уважаемые соперники Ирины, чтобы у вас проснулся спортивный азарт и злость. Песня Пахмутовой. Следующая мелодия. Ирина была первой. Да, да, да. Веселые девчата. Хорошие подруги. Да. Только наоборот. Хорошие девчата, ну, да, веселые подруги. Подруги. А так все верно. Там еще только одна мелодия, ну, поэтому дальше Ирине потом придется выбирать другую категорию. Песня Пахмутовой. Следующая. Да. Долина, мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. А песня называется «До отправления поезда». Осталось 5 минут. Засчитано! Ну, надеюсь, вашей монополии во втором туре придет конец, потому что я бы хотел увидеть игру ваших соперников. Максим, Анастасия, все хорошо, сейчас начнется. Да. Метеобюро. Метеобюро. Любые погодные изменения, вообще песни о погоде. 1500, слушаем. Максим. Тучи. И на небе тучи, а тучи как люди, засчитано. Анастасия, догоняйте, догоняйте, ваши соперники уже впереди. Максим, слушаю. Быстрее. Коллекция хитов. Коллекция хитов. Хиты всех времен и народов. Отечественные хиты. Слушаем. Ирина. А я не нажимала. Нет, я же видел, как вы просто приналегли на кнопочку. И нажали ее. Раз, два, три. Вы сильные участницы, я не буду вам подсказывать. Нет, нет, я... Но только грянет над Москвой утро вешнее. Песенка извозчика. Две мелодии вне игры. Анастасия, Максим, хорошие новости. Две мелодии. Ирина не играет. Анастасия, выбирайте. Коллекция хитов. Коллекция хитов. Следующая. Да. Дедушка с бабушкой рядышком. Давайте так поменяем местами дедушку и бабушку. Бабушка, с дедушкой. Бабушка рядышком с дедушкой, да. Вместе поют эту песню. Бабушка рядышком с дедушкой. Снова жених и невеста. Выбирайте. Давайте продолжим. Коллекция хитов. Следующая. Анастасия. Мальчик хочет, мальчик Тамбов. Хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики. Да. Ирина, вы возвращаетесь в игру, над вами зажигается свет. Анастасия выбирает, выбирает, выбирает. Там же можно? Коллекция хитов, четвертая мелодия. Максим.
все, что тебя касается. Ага, как его забрало, а? Уже начинает пародировать ведущего. Это путь к проигрышу. А сейчас вы правы. Да, засчитано. Выбирайте, метеобюро или шагом марш. Метеобюро. Метеобюро, дальше. Максим. По-моему, «Туман» называется. Группа «Блестящие», «Туман». И второй раз, еще раз скажите слово «Туман». «Туман», «Туман». «Туман», «Туман», да, так называется эта мелодия, да. Метеобюро. Метеобюро, давай. Слушаем музыку. Максим был первым, да, слушаю. «А снег идет». «А снег идет», «А снег идет». Ну вот и все. Конец второго тура. Это была красивая игра. Одно было пораженец у сильного участника, но зато как вы играли в категории песни Александра Пахмутова и Ирины, это просто фантастика. Анастасия, к сожалению, по правилам нашей игры у вас денежек-то меньше, чем у ваших соперников. Вы покидаете нашу программу. Но мелодии-то вы угадывали? Радовались, а зрители радовались за вас и аплодисментами поздравляли вас с прекрасным участием в нашем шоу. Всего доброго. Ирина, Максим, увидимся в третьем туре. Взойдите на подиум, уважаемые участники. Вот эта гонка. Фактически один из этапов «Формулы-1», где Ирина Шумахер, Максим Кулхарт, Анастасия, к сожалению, выбывает. Очередной экзамен по мус-литературе предстоит нашим участникам в третьем туре. Верлибр. Уважаемые игроки, прошу вас занимать ваши игровые места. Поторгуемся? Я думаю, да. Это будут интересные, приносящие кому-то удачу, кому-то поражение торги. Лидером по итогам первых двух туров является Ирина. Максим отстает не намного. Ирина, вы будете начинать торги после моей подсказки. Песня о сладких ощущениях от чувства первой влюбленности. Прошу. Максим, я угадаю мелодию 6 нот. Угадаю. Угадывайте. Песня о сладких ощущениях от чувства первой влюбленности. 6 нот. Дольче вита. Дольче вита, дольче вита. Конечно, Жасмин. 1-0. Сладкая жизнь. Подсказка номер 2. Песня перетруженного светила. Перетрудилось оно. Прошу. Максим, я угадаю эту мелодию с 6 нот. С 5. Отгадывай. Угадывай. 5 нот песни перетруженного светила. Утомленное солнце. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. 1-1. Прекрасно. Вы демонстрируете музыкальную эрудицию и отличную интуицию на нашей площадке. Песня о истинных ценителях женской красоты. Максим, прошу. Ирина, я угадаю эту мелодию 7 нот. Я попробую с 6. Я угадаю с 5. Ну давай, угадывай. Угадывай. Песня об истинных ценителях женской красоты. Наш Колька Бабник. Наш Борька, Борька. Бабник и Колька Бабник. Да, 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 2-1. Согласитесь, что 3 подсказки, которые уже прозвучали, они вам во многом помогли, потому что были, что называется, достаточно насыщены подсказывающим смыслом. 4-е ничего вам не скажет. Залихватский танец. Прошу вас, Максим, начинайте. С 5. Я угадаю с 5 нот. Я с 4 попробую. Угадывай. Угадывай. 4 ноты залихватского танца. Слушаем. Яблочко. Эх, яблочко, 2-2. Теперь продумайте свою тактику до мелочей, потому что это будет решающая подсказка. Песня о первых навыках пернатого отряда. Прошу вас, начинайте. Я угадаю эту мелодию с 4 нот. Ирина, я угадаю с 3. 3 ноты, самая высокая цена, песня о первых навыках пернатого отряда. Орлята учатся летать. 3-2! Вы выигрываете! Поздравляю! 3-2! Орлята учатся летать! Цена была высока, подсказка вам во многом, я уверен, помогла. Ирина,
А теперь обратим взоры на вас, и только на вас. Улыбка. Улыбка не покидает лица Ирины. Аплодисменты разрывают студию. Мы благодарим вас за прекрасную игру на нашей площадке. Спасибо. Мы будем помнить о вашем участии. Максим, до встречи в финале. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Вы видели когда-нибудь такое? Я видел, но такое не часто встречается в нашем шоу. Все мелодии были угаданы, все 5 подсказок прозвучали. Раз наш финалист Максим Волков угадывал заочно, разгадывал супер игру. Теперь ему предстоит это сделать, что называется, в реальной жизни. Максим, ну вы знаете, что ведущий обычно подсказывает игрокам. Он изображает там голуби сизокрылого, шоколадного зайца, сердце которому не хочется покоя, глаза напротив и прочее, прочее. Мы сегодня в игре обошлись без подсказок. Я не подсказывал никому из вас, потому что вам подсказки были не нужны. Ну что же, сохраним эту традицию или как? 2 подсказки. 2. Ну, знаете, вам дай палец, вы руку по локоть отхватите. Итак, давайте поговорим о деньгах. 22 091 рубль, неплохой выигрыш. Мы его увеличим до 32 тысяч. 7 мелодий, 30 секунд, вам все это известно. Готовы? Пожелаем удачи нашему финалисту Максим Волков! Вперед. Миллион алых роз. Да. Мелодия номер 2. Под музыку Вивальди. Под музыку Вивальди, под старый клавесин. Дальше. И зимой, и летом. Небывалых ждать чудес. Да, 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 будет детство где-то, но не здесь. 3 мелодии угадны. Мелодия номер 4. Пропустим. Это, знаете, песенка где-то годков 80-х, начало 80-х годов. Была такая группа «Цветы» Стаса Намина. Та-та-та-та. Будете отвечать или пропустить? Я еще вспомню. Дальше. А, ну, пора уже подсказывать, я так чувствую. Ну, допустим, вот вы тонете, а я шел мимо. А главное, побережье пустынное совершенно. Никого нет. Помогите, помогите, никого нет. А тут я иду. У меня под мышкой спасательный круг. Я вам, естественно, бросаю. А вы, конечно, спасаетесь, меня благодарите, потому что... Вы бы погибли. Пропустим. Дальше. Все мы суть игра божественного воображения. Вот как называется эта песня. Причем одно слово, однокоренное с словом из названия песни. Давайте пропустим. Дальше. К сожалению, 30 секунд истекли. Вот вы тонете, я вам спасательный круг бросил. Да, вы мне что говорите? Если б не ты, Валдис, мне бы все. Песня называлась «Если бы не ты». Ничего страшного, Максим Волков не выигрывает суперигру. Конечно же, ужасно расстраивается. А мы аплодисментами помогаем улучшить его настроение. Бывает, Максим. Ничего страшного, вы будете продолжать играть в нашу программу, но уже по ту сторону экрана и обязательно будете выигрывать все. Конечно же, все суперигры нашего шоу. Дорогие друзья, мы прощаемся. Очень коротко прозвучала 7-я мелодия. А это, между прочим, так, на секундочку, Жанна Фриске с песенкой «Ла-ла-ла». До новых встреч. Счастливо. Пока.